Все, парковочное место пустое для нас. Отлично. Проехал мимо заборчика. Отлично, хотя думал зацеплю. Проехали. Отлично. Сантиметры от бампера. Жестоко, конечно, настолько далеко переигрывать вот это было. 300 километров, блин. Для того, чтобы этого прицепа не было. Понял. Не, ну это я все равно сейчас туда далеко заехал, потому что у меня изначально цель вот так вот, вот подвытянуться побольше. Хотя, на удивление, не имея такой цели, я очень даже хорошо попадал уже сразу на парковку. На удивление. Я тут сейчас еще одну сохраночку сделать. Блин, вот это же, ну это же как всегда тут. Вот это чудо не там, где надо. Да, вот еще чуть-чуть, и я его задену. Не. С одной стороны, надо как можно точнее попадать туда, но опять же, с прицелом под определенным углом попадать, не просто в створ. Но определенный зазор иметь до вот этого гада, стоящего слева под боком у меня. Вот от этого. Вышли, посмотрели, да? Ну, я бы сказал, я идеально попал. Мне сейчас только выравниваться. Вернее, сейчас я ломанусь и тут же начну выравниваться. Мне главное... Даже коротыш бы уже, европеец, можно было просто. Даже уже давно выравнивался. А вот америкашка длинный, гад. Не, ну я считаю, я вообще, как для американца,
Я даже удивлен, как я так попал. Вот так. Вот так. Во, не забываем, что там есть мусорный бак сзади. Отлично. Ха-ха. Я вам могу сказать, вот это я точно вырежу и вставлю на YouTube. Просто идеальное попадание в данных условиях. Все. Спасибо всем за компанию.